Николай, поздравляю с победой в первую очередь и хочу попросить поделиться своими первыми впечатлениями на прошедший матч. Изначально мы выбрали тактику действовать на контратаку, знали, что Курск в первые минуты начнет очень активно, будет нам прессинговать, не давать контролировать мяч. Вот. Ну и старались в первый тайм сдержать их натиск и во втором уже начать их прессинговать, не давать им играть игру. Я считаю, мы с тактикой справились, в первом тайме не дали ни одного практически момента создать им. А во втором у нас начались моменты, стали их прессинговать, заставлять их ошибаться. Ну и вот так получается в конце середины тайма, получается, уже дожали, забили гол. Вот. Плюс еще были пару неплохих моментов, перекладину ударили, еще поворотом били. Я считаю, справились с задачей, победили. Спасибо болельщикам, которые приехали нас поддержать. Вот. Их тоже поддержка очень была необходима нам. Оль, вторую игру подряд решаешь исход матча ударом со штрафного, со стандарта. Это твой конек? В прошлых клубах было так же? За Уфу забивал, был тоже штрафного. Ну, так, как сказать, почувствовал уверенность, вот сейчас пока идет. Вот, надеюсь и дальше радовать своими ударами, надеюсь, так продолжим в дальнейшем. В эпизоде с забитым Курском мячом заранее планировал бить в ближний угол или по ситуации действовал? Мы посоветовались с Юрой. Вот, он говорит, давай в ближний угол. И мы будем набегать, стараться вратарю мешать. Вот. Ну, плюс удар хорошо получился, лег на ногу и залетел. Скажи, пожалуйста, в каждом матче в конце тебя меняют. Это связано с тем, что пока не очень в форме физически? Ну, наверное, да, потому что, конечно, уже тяжеловато. Тоже до этого 2 месяца пропустил из-за травмы. Вот. И плюс получился скомканный сбор. Вот. Влился в команду 2 недели назад, и из-за этого еще функционально на 90 минут не готов.